чем смысл праздника Ураза-Байрам? Мы делим свою радостью приходу окончания месяца поста. И вот надеемся, что это еще крепче объединит наши народы, мир, согласие. Для чего существуют ограничения во время Рамадана? Ты понимаешь вкус глотка воды, вот этой, когда ты пьешь ее, когда вот разговение у тебя происходит. Чем принято угощать в этот праздник? Десерт обычно мы готовим бабсак, чак-чак, потому что это такой праздник немного нужно сделать для детей, для близких. Смотрите программу «Самара многонациональная» 25 апреля в 20:30 на телеканале «Самара ДИС».